У главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина появился новый зам. Это 34-летняя бывшая менеджер по продажам лекарств и БАДов Татьяна Андреева-Янская. Она будет курировать строительство многострадального космодрома «Восточный», который оброс скандалами, аферами и уголовными делами. Официальная биография Андреевой Янской впечатляет. Помимо головокружительного взлета по карьерной лестнице, девушка успела получить 4 диплома о высшем образовании, включая военное планирование, военная академия Генштаба, имеет благодарность от министра строительства и ЖКХ, знак отличия МЧС и медаль Минобороны. Она родом из подмосковной Истры, где ее многие годы знали как Татьяну Песчинскую. Отсюда будущий топ-менеджер Роскосмоса отправилась покорять столицу. Судя по всему, она росла в семье кадровых военных, поскольку неоднократно меняла школы. Училась то в Железноводске, то в Ставропольском крае, то в Москве, то в Истре. Вот так. Такая. Я не буду все зачитывать, потому что тут очень много. Кто захочет, почитает, потому что мне это... Вот это она в костюме. Вот так она будет заместителем Рогозина. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будьте в курсе событий, что происходит в нашей стране.